Я так понимаю, у Беллы действительно будущее хорошего бармена, так как Алиша не просто проснулась, когда-то ее позвала, но и все выпила. Вы посмотрите, полностью, полностью выпила весь бокал. Я, честно говоря, не знаю, что там было. Мы не будем с вами уточнять и узнавать, но, судя по хорошему настроению Алиши, там было что-то явно вкусное. Привет-привет, друзья мои! С возвращением в наш остров, с возвращением в Sims 4. И я смотрю, что у нас тут кто-то спит, кто-то. Вы что делаете? Вы чего тут творите? Мне не очень нравится взгляд Беллы. Она так смотрит на Стефана. Учитывая, что наш Стефан из-под тяжка флиртует с Алишей, а, ребята, что это за поза? Это что, все? Алиша точно что-то алкогольное, наверное, выпила. Но мы не знаем, правда, откуда взялся алкоголь на острове. Хотя, может быть, как вы помните, мы с вами предполагали, что у нас корабль разбился. Может быть, какие-то там, не знаю, ящики вынесла, что-то разбилось, что-то нет. Но в любом случае, я смотрю, что Алиша уже очень. О, все, она уже не достается с бокалом. Посмотрите этот взгляд. Мне нравится, знаешь, знаете, если бы она с таким взглядом подошла бы сейчас к Тайлеру, это было бы просто класс. Она бы такая подошла, Тайлер, привет. Тем более, что в прошлой серии у них... О, Ребята, что у нас тут действительно за Дом 2 происходит? Что это вообще за... такое пошла, Ты что тут? А, ты пошла бокальчик помыть. Ну, правильно. Значит, давайте смотреть, что и как у нас тут происходит. У нас сегодня, насколько я помню, у нас пока что. Нет, еще не сегодня. Завтра у нас будет последний. Нет, уже сегодня. Сегодня у нас последний день зимы. Да, наконец-то, ребята, у нас начнется весна, ура, пора, романтики, любви и прочие всякие хурмы. Интересные. Но сегодня у нас канун Нового года. Сегодня у нас будет канун Нового года. И я бы очень хотела, чтобы наши ребята сегодня не особо ссорились. Я хочу, чтобы Белла по максимуму прокачала работу в баре, иди, иди учись делать напитки, потому что все-таки мы будем праздновать Новый год, и это было бы очень и очень даже полезно. Так что здесь у нас разбросано? Что у нас тут валяется? Наши детишки спят, отдыхают, у них все-таки не очень хорошо пока что с показателями. Блин, они еще и голодные. Ты что творишь? Ты у нас тут стоишь? Давай-ка мы тебя отправим спать к Тайлеру. Тайлер у нас вообще самое лучшее место занял. Он у нас все время спит на кровати. Если Стефан периодически с Беллой спят вообще не пойми где, то этот все время спит на кровати. Что ты можешь сделать? Ты чего вообще пошел делать? Ты что лепишь-то? Ты снеговика решил тут слепить? Зачем? Зачем тут снеговик? То есть я здесь поставила специально вот такую вот красивую экспозицию сделала. Поставила столик, поставила вот все предметы, которые вы находили. И что мне в ответ? И ты в ответ здесь лепишь снеговика? Спасибо. Так, Белла, ну что, у тебя, в принципе, неплохо получается. Мне кажется, что Тайлер все-таки скоро должен уступить место девушке или уступить место Стефану, чтобы тут поспал хотя Стефан... Вот, кстати, Стефан ложится спать вместе с Алишей. У них там, я так понимаю, что все окей, у них все прекрасно, поэтому он спокойно ложится с ней спать. Но вот Белла, по-моему, не в таких хороших отношениях с Алишей, поэтому придется немножечко подождать, чтобы они вдвоем выспались. Я разные глюки в игре видела, ребят. За все время мы с вами столько всего видели. Но такого я точно не видела. Почему наш сын вдруг становится вот такой вот позу, что у него с ногами, что у него с руками. И он очень забавно ходит. Блин, неужели не покажем? Посмотрите на это, что с ним происходит. Ребята... Что с ним такое? Почему он так забавно? Я не знаю, что-то глючит, может быть, какие-то наши моды. Но куда он собрался? Объясните мне, пожалуйста. Чувак, ты куда? Продолжить лепить снеговика? То есть ты решил пойти полепить снеговика, когда ты голодный? У тебя вообще совесть есть? Тайлер. Тайлер пойдет точно что-то приготовит. Это что? Великолепный гамбургер. Иди, пожалуйста, съешь гамбургер. Так, ешь гамбургер. Я понимаю, что у нас сегодня Новый год. Что мы хотим с вами сделать? Мы должны придумать цель. А, игнорирует эту традицию, потому что он лежит бока. Ты у нас отчет времени. Ну, у нас нет телевизора, ребята, какой отчет времени? Кстати, посмотрите, сколько у нас тут всего насыпалось. И я хочу это все выдать нашим детишкам, потому что они у нас должны развивать садоводство, они у нас должны садиками своими заниматься. Так, давай сюда, давай сюда, переносим, все переносим. И это давай переносим. Блин, сколько нам тут насыпается. Но вообще, знаете, это очень хорошо. Это очень хорошо, потому что наши ребята смогут, значит, заниматься дальше садиком, и не будет проблем с поиском семян. Что вот это? Почему у нас печеные фрукты тут лежат? Ребят, я не знаю. Над нами наши персонажи издеваются или как? Что ты делаешь? Ты кушаешь? Почему он кушает на полу? Ребят, объясните мне, почему нельзя сесть за какой-то стульчик? Я смотрю, что Алиша... Алиша? Алиша выспалась. Я предлагаю ее отправить... Давай, ка ты съешь бургер, великолепный. Возьми порцию, пожалуйста. Просыпаемся. Я хочу, чтобы ты лег нормально поспать. Я хочу, чтобы ты выспался. И я хочу, чтобы Белла выспалась. А то Белла у нас куда-то туда-сюда, туда-сюда. Ты что, опять идешь? Какой зефир? Зачем тебе зефир? Ты же покушала. Иди ложись спать со Стефаном. Кстати, у них плохое настроение, поэтому давайте-ка мы заняться в уху со Стефаном. Все, Стефан, никакого сна. Стефан, стоять! Стефан, стоять! Ну-ка, 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 у нас каждая серия теперь уже в уху, потому что у нас две полноценные пары. Стефан, который изначально был с Алишей, то есть это был персонаж, который появился на острове самый первый вместе с девушкой по имени Алиша. У них был роман, и, как вы помните, трое детей у них родилось. Но потом появилась Белла. Вот эта вот мерзкая зараза, которую очень многие не любят. Но я специально ее сделала таким вот противным персонажем. Мне очень хотелось, чтобы у нас была такая вот поганка. Uh. Ребят, давайте посмотрим с точки зрения детей, как это сидит там наш один из наших сыновей и видит, как их папка вместе с какой-то дамой повышает себе настроение. Ой, здорово, ой, как круто. Ладно, мы им не мешаем. Ты же голодная, что ты там хейт? I hate running. Она не любит бегать. Ну хорошо, ты ненавидишь бегать. Ну ладно, ненавидишь так ненавидь. Я тебе хочу, чтобы ты пошла скушала бургер. У тебя все прекрасно, блин, но я тебе не могу ни с кем отправить в уху заниматься, сорян. Тебе рано еще, да и не с кем Понимаете, по сути, нам реально не с кем Будет заниматься в Уху, потому что ä, Девочка, которая у нас родится Ну, в смысле, она у нас уже родилась Что-то я немножко странное говорю Мария, она как бы сводная сестра, получается Поэтому у них общий папа Поэтому... Слышите, он все время говорит <сー> <сー> Блин, у нас это, наверное, будет Гиперугарное Что с нашими детьми, что с нашими сыновьями тоже... Это что такое? Тоже глюченый был По-моему, да может, слушайте, а может у нас какие-то гамбургеры отравлены, и они все так, посмотрите. Почему он вот так ходит, он наклоняется куда? Что это за способ перемещения? Почему так? Чувак, ты уже нормально ходишь? А, на улице пошел, да? Уже нормально ходит. Ребята, они какие-то неадекватные. Ну, серьезно неадекватные. Значит, у нас сегодня Новый год. Что ты хочешь сделать? Тусовочное настроение, пейте, танцуйте, слушайте музыку. Музыки у нас нет, хотя у нас есть гитара. Вообще, я хотела бы нашу Алишу. О, Алиша, все чудесно, иди, пожалуйста, сделай мне парочку... А почему ты не возобновила барный стул? Я же тебя просила вроде бы сделать. Я бы хотела, чтобы она доделала... Сделала несколько... О, землетрясение, мамочки, я же перепугалась, ребята землетрясение. Ну как меня можно так пугать? Блин, почему у нашего Тайлера всегда идеальное настроение? Я не могу понять, что с этим человеком. Давай, иди искупай тогда ребенка. А, так, купать Мари. Иди искупай Мари. Наш Тайлер вообще вот так, если посмотреть, идеальный мужчина. Он всегда в хорошем настроении. Он всегда следит за детьми. Он убирает. Он все делает, ребята. За Тайлера надо замуж бежать, Алиша, и вообще не париться. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ты что тут стоишь? Ты чего стала? Я ж тебя... куда тебе тянуться? Тебе не надо тянуться, тебе надо закончить этот дурацкий стул. Ну вот, просишь ее, просишь. Знаете, Алиша стала какой-то прошенной. Она реально раньше была какой-то более адекватной, а тут прям прошенная-прошенная. Чувак, ты не хочешь а, убрать гору подарков, испортить елку, зажечь. Давай зажги елку. Mm -hmm. Только я надеюсь, что ты ее подпаливать не будешь. Блять, освещением, а, включить этот светильник. О, смотрите, у нас очень симпатично! Украсить! Давай нацепи верхушку. О, смотрите, какая она у нас красивая. О -о -о. только верхушку, пожалуйста, это самое. Сделай с ней что-нибудь. А ты что тут делаешь? Ты что творишь? Чем ты вообще занималась? А, ты вы все еще тут снеговиков лепите. Ну, правильно. Лучше полепить снеговиков. Так, ты еще ребенка тут купаешь, нам придется взять вот эту ванну, в которой вечно есть пузырьки. Ты, ты еще кушаешь. Мы сейчас наших сыновей, наверное, отправим... Отправим... От... Так, верхушку нацепил? Нет. А что ты не нацепил еще верхушку? Хватит тебе. А все, ты уже почитал. Все, прячь книгу, нацепи верхушку, я тебя прошу. Все, закончила ты этот предмет. Я хочу, чтобы ты сейчас у нас, давай-ка быстренько а, создать мебель. Давай перейдем на паузу. А, садовая. Слушайте, у нас уже 10 утра, мы с вами совсем забыли. Нам нужно же сейчас бросить кубик. Садовая клумба, садовая клумба и еще давай садовую клумбу. Мне кажется, что 4 клумбы нам хватит с головой. Нам же нужно с вами бросить кубик. Поэтому давайте-ка перейдем а, в наши дайсы. Так, наши дайсы готовы, бросаем. Нам с вами выпадает число 5. Белый бог рад вашим достижениям, он сияет своим ярким светом мудрости на одном из ваших симов. Да, ребят, это Google-переводчик, сорян. А сим по вашему выбору получает два новых навыка, используя навык обмана в заклинаниях. Ну, вы поняли, используя чит-код. Значит, два. Очка мы можем кому-то приписать. Кому? Я вот думаю, может, все-таки нашей девушке, которая у нас занимается, ну, первая, она у нас будет заниматься садиком, может быть, давайте ей повысим садоводство. Что у тебя по садоводству? Ну, у тебя только первый уровень, а мы бы могли добавить два, и у нее бы уже был бы третий. По-моему, чудесно. По-моему, это... Хотя, подождите, мы можем ей добавить вот очень скоро. Мы, я предлагаю ее сейчас отправить, посадить... Хотя нет. Чем мы с вами паримся? Давайте прямо сейчас добавим. Оно, конечно, вышло не совсем точно, учитывая, что у нас почти была заполнена наша шкала. Ну, ладно, ничего страшного, не будем расстраиваться, будем чуть-чуть активнее работать. А почему наша дочка, ну, в смысле, Мария, она что-то здесь пришла, сидит. Я предлагаю тебе пойти... Пойти сюда? Иди сюда. Мы с вами детишек кормим сейчас яблоками. Мы кормим яблочками, куда ты бегаешь? Что ты делаешь? Поболтать с, Грег с Грегом? Зачем тебе болтать с Грегом? Оставь Грега в покое, им нужно заниматься спортом. Ну? А верхушка где? Ты все еще вешаешь... Те самые... Украшения? Может быть, пора уже перестать это делать? Ты тоже радуешься. О, все, ребята, смотрите, какая у нас красивая елочка. Ну что, я предлагаю наших сыновей отправить... Ну зачем ты пошла играть? Я предлагаю тебя отправить. Иди бодрую тренировку проведи. А ты, а ты, 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 а ты у нас делай, делай броски. Давай иди, играй. Мы же должны с вами все наши навыки развить. То есть нам останется только, по сути, весной рыболовли, я очень надеюсь. Ну и, наверное, садик. Так, давай-ка ты пойди, пособирай весь урожай. Пособирай, пожалуйста, весь урожай. Все, хватит тебе играть. Что у тебя, кстати, по спорту? Хм. Фитнес третий уровень, ребята. Так мы почти, мы почти уже все с вами сделали. И это чудесно. Мы можем сейчас пособирать это все, потом пойти поизучать. Между прочим, вот в этом большой плюс, что мы дали им, им всем побольше, ну, наши этой самой именно садоводство дали э, два очка. То есть она теперь сможет их поизучать эти все растения, и я думаю, что до четвертого левела мы можем с вами прокачаться. Так, занимаемся. Ты чего? А тебе в толь туал... Ребята, она опять ушла. Она опять ушла без моего спроса. Я смотрю, что Алиша становится просто невыносимой. Возобнови садовую клумбу. Я сделаю ее побольше. Значит, эти двое дрыхнут. Эти двое дрыхнут и даже не переживают, что как бы надо вставать. Нужно за ребенком следить. А что ты не кушаешь, дорогая моя? Яблочко есть. Ешь яблоко. Твой старший брат тебе передал яблочки. Вкусно? Надеюсь, что вкусно. Давай еще одно. Ребенок прям, по-моему, целое яблоко топчет. Ну, яблоки полезные, яблоки вкусные. Блин, наш само яблоко захотелось. Ну, все. А, знаете, что еще было бы, конечно, неплохо, если бы у нас был планшет для малышей, но нам нельзя. Нам нельзя брать планшеты, использовать их, детишки. Что ты творишь? Ты боксируешь? Это хорошо. Ты, ты не играешь, а почему? Учись вести мяч. Это очень важно. Это очень хорошее занятие. Ты куда пошла? Зачем ты пошла голая? Ну, ребят, ну почему они не хотят переодеваться? Вот просишь, просишь их, просишь, просишь и пофигу! Абсолютно пофигу. А, нашей не осталось совсем немного, по сути, она сейчас пособирает здесь, там немножко покопается, поизучает внизу растений, и все. И, в принципе, я думаю, что мы с вами докачаем наше садоводство. Давай иди, изучай. Все, хватит тебе собирать. Что мне скажет наша Алиша? Наша Алиша ничего толком не скажет, потому что она все еще тут пилит, делает. Тайлер. Тайлер, ты что творишь? Давай, может быть, мы с тобой загадаем какое-нибудь желание, что бы мы могли с вами загадать нашему Тайлеру? Давай подумаем. Такс, придумать цель: а, Завершить часть жизненной цели, получить повышение, повысить уровень навыка, написать книгу, похудеть. Слушайте, выполняя физически правильно питаясь. Давайте попробуем похудеть для тайлера. Ну пусть попробует. А вдруг? А вдруг удастся. Может быть, мы с тобой пойдем попоем? Чувак, было бы неплохо. Ну, давай споем вместе. Цель поставлена, это чудесно. Дружелюбные действия, давай споем. У нас тут жаловаться я не хочу. Петь, давай споем. Все, у нас будет отличное настроение, все будем такие довольны. Так, ты работаешь-то хорошо? А, ты закончила. Нет, не закончила. Блин, я думала, она уже закончила этот предмет. Че ты стоишь, тыкаешь? Понимаете, она просто берет и отказывается выполнять. Она просто отказывается выполнять то или иное действие. Мне кажется, что это ее характер так на нее влияет. И вообще, я уже очень хочу, чтобы была весна. Прогноз погоды у нас какой? Облачно. Облачно и холодно. Я просто уже очень хочу, чтобы началась весна. Уже прям вот не терпится посмотреть, что у нас будет здесь весной. Как все будет выглядеть. Я уже забыла. Я уже забыла, как выглядел наш остров, когда он был зеленый. Мне кажется, что мы уже половину серии записываем именно вот, в таком вот на таком вот острове, когда все получается очень такое заснеженное. То листья опали, то все засне... в снегу лежит. Ну что? Не, не закончила? Не закончила. Ты чего сел играть? А вы поете. Они вообще не забыли, что у нас как бы Новый год, все дела. А, давай иди, тренируй удары. Все, хватит тебе с Тайлером общаться. Ты что делаешь? Ты пошел мыться. Ну правильно, а почему бы и нет? Ты все еще делаешь. Все еще у нас за столиком работаешь. А ты? Ты изучаешь. Смотрите, ребята, так мы сейчас можем очень быстро для Мелани прокачать ее навык. Ну-ка, 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 вот это будет здорово. Ну а ты что? А ты что сидишь тыкаешь, чувак, я же сказала, что тебе нужно делать броски. Давай иди делай броски. Мне не очень нравится, что они моются на улице, то есть у них как бы есть две ванны, но они принципиально ходят мыться сюда. Давай-ка мы тебя отправим еще все-таки поиграть. Иди играй, а, учись вести мяч. Что у тебя в принципе по показателям? Давай посмотрим. Фитнес только второй уровень, да ладно. Мне кажется, у твоего брата уже повыше. Ну. Третий, вот, я же говорю, он же скоро до четвертого доберется. Нам же нужен четвертый уровень. А он как-то не туда и не сюда. Мелани... Мелани? Мелани, ну, я тебя потеряла, ты что пошла делать? Ты пошла с мамой пообщаться? Блин, ну они выглядят как ровесницы скорее, я помню, что я хочу э, нашу Алишу побыстрее сделать взрослой, да, в следующей серии, я думаю, что скорее всего весной как раз будет день рождения у Беллы, будет день рождения у Алиши, потому что они похожи скорее на сестер, они скорее смахивают на ну, такие, вы знаете, ну старшая сестра, младшая сестра или даже ровесницы. И это как-то странно. А возобнови, пожалуйста, садовую клумбу. Хватит тебе уже три. О, настроение у всех отличное. Может быть, ты просто споешь? Упражняйся в пении. Будешь к празднику там тут песни петь? Ты что делаешь? Вы все играете, что-то там делаете, творите. Ты поешь хотя бы? Про... Настроение себя понимаешь праздничное, вроде бы, да? Неужели Белла наконец-то вспомнила, что у нее как бы дочка есть? Серьезно, Белла, ты впервые в жизни, по-моему, вообще вспомнила о Мари. За все время только Стефан и Тайлер, по-моему, подходили к ребенку. Но это как-то странно. Это серьезно очень странно. Тихо, а, тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, бегом. Бегом спасаем нашу дочь. Бегом. Беги сюда, дурындочка ты такая. Ну что ж а -а -а. такое? Если ты замерзла, то почему ты здесь находишься? Ребят, наши дети, по-моему, нас точно доведут. Доведут до, такого, до такой степени, что мы больше с ними просто играть не будем. Это какой-то кошмар. Посмотрите, какая она бледная, сизая, синяя. Все? Отогрелась? Отогрелась уже, да? Молодец. Надеюсь, что теперь ты пойдешь поизучаешь там растения какие-нибудь. Нет, наверх нам не надо. Пошли мы тебя отправим изучать. Мне кажется, за изучением ты вообще станешь какой-нибудь такой вот слишком активный. Ребята! Ребята, посмотрите, Белла наконец-то. Нифига себе, ну правда она села в коридоре, это не очень удобно. Но она села играть со своей дочкой. Ну, не играть, обучать ее, ну неважно. Она уделяет ей внимание. Капец какой. Мы с вами вообще не привыкли, что Белла хоть что-то делает для кого-нибудь. Даже для своих детей. Угу. Она для чужих ничего не делала, а для своих так тем более. Что такое? Что зачем ты куда-то пошел? Поболтать с Алишей, то есть тебе надо в туалет, а ты пошел болтать с Алишей. Ай, молодец, ай, какой ты умничка. Вот, за что я люблю 74, за то, что наши Симы иногда себя настолько нелогично ведут, что это просто капец. У нас, между прочим, уже 5 вечера. И я так понимаю, что хотелось бы что-нибудь вкусненькое приготовить, какой-нибудь хороший ужин, обед. А, ты уже готовишь, я так понимаю? Нифига себе, ты у нас тут готовишь. Тайлер, ну ты просто мужчина-звезда. В данном проекте я предлагаю выбросить эти испорченные гамбургеры. Неужели ты что-то закончила? Ой, хорошая моя. Ну ты меня прям радовать начинаешь. Так, сделай, пожалуйста, еще одну клумбу. Раз. А, еще одну клумбу. Два. Ну-ка. Я надеюсь, что за сегодня ты хоть что-то сделаешь, потому что, блин, уже надоело. Ой, ребят ребята, она еще обняла свою дочку. Как это мило. Я начинаю, знаете, как-то нормально относиться к Белли. Я так думаю, что Белла помнила. Ты все еще играешь, молодчага. Даже несмотря на то, что ты голодный, почему ты опять сизая? Мелани, ты какая-то совсем сизая-сизая. Предлагаю тебе переодеться. Переоденься, пожалуйста. Просто если ты умрешь, я же буду виновата. Все? Перестал быть такой бледной, как смерть. Все, молодец. Что ты творишь? Ты с зеркалом разговариваешь. Смотрите, мне кажется, что Тайлер уже что-то успел приготовить. Что ты приготовил? Куда ты приготовил? Где ты поставил? Что это такое? Сосиски с фасолью. Ну, спасибо тебе, блин. Не мог что-то более нормальное приготовить? Иди поешь. Кто-то у нас, по-моему, еще голодный. Пока они тут все кушают, я буду убирать за всех. Печеные фрукты. Интересно, почему печеные фрукты у нас уже почти сутки, по-моему, стоят и не портятся? А остальные продукты очень часто быстро пропадают. Так выбрасываем, ему надо и помыться, и побриться, и покушать. Настроение не айс. О, смотрите, слепили. Ой, какой милый снеговичок, ты такой симпатяга. Блин, я очень люблю снеговиков 74. Они какие-то такие вот, знаете, вот верх милости. Верх милоты. Милости, милоты. Вот именно что милота мил, милейшая. Мне кажется, нам придется какой-нибудь стул тыцнуть отсюда, потому что... Все-таки стулья, как-то я понимаю, что Алиша не особо у нас стремится что-то быстро сделать. Ну-ка, вы кушаете это чудесно, все пошли кушать. Особенно Белла, Белла, ну почему нельзя было нормально одеться? О, ребенок голодный. Но мы с вами знаем хитрость, мы знаем, что ребенка можно накорпить, на, накорпить, накормить вкусными, второй уровень навыка, молодец, вкусными-вкусными яблочками. Давай, съешь тыблочко, тыблочко-яблочко, бегом. Бегом, бегом, бегом. Я смотрю, что Алиша закончила одну клумбу, скорее всего. Что ты делаешь? Что ты разбросала? А, это не ты разбросала? Что это вообще такое? Молоко? Так, давай еще. Поешь? И ты уже хочешь в туалет, но понимаете, в чем беда? У нас нет горшка для ребенка. У нас его просто нет. А нам бы не помешал бы горшочек. Ну-ка, Алиша, осталось тебе совсем чуть-чуть. И мы с вами можем, в принципе... Ну давай, работай быстрее. Быстро поработаешь, быстро закончишь. У нас все кушают, вот посмотрите. У нас все собрались за одним столом, кроме Алиши. Все прям сидят, общаются. Неужели это у нас Новый год так повлиял? Один, правда, у нас вонючка, но я думаю, что мы их снова сейчас сможем собрать. Я хочу, чтобы ты переоделся, пошел помыться. Давайте всех вообще сейчас привезем в норму. Мы же должны Новый год как-то отпраздновать хорошо. Значит, у Беллы все окей. Стефана... Стефану надо в туалет. Давай мы Стефана в то. Ой, кто-то у нас что-то поломал. У Тайлера все прекрасно, у Алиши более-менее прекрасно. У тебя ты замерз, ты хочешь в ванную, ты хочешь этот самый. И тебе бы желательно на ванную сходить. Может быть, ты пойди прими вот этот душ. Раз у нас такие тут любители экстрима, то почему бы и нет? Пойди тут быстро ополоснись. А мы с вами действительно можем уже готовиться, ребят. Последние часы зимы. Вы понимаете? Вы понимаете, что у нас наконец-то наступит весна, я уже очень хочу увидеть весну, я хочу зеленые листики увидеть, все, всю эту красоту. А лишь осталось считанные секунды, и мне кажется, нам нужно будет с вами немножко расширить нас, наш садик, чтобы наши мальчики смогли заняться садоводством, ну и, собственно, Мелани смогла также что-нибудь интересненькое посадить. Ну все, смотрите, по-моему, наш садик выглядит просто чудесно. Я его немножко увеличила. Больше, к сожалению, мы его увеличить уже не сможем. Ну, можно сюда куда-нибудь расшириться, но мне кажется, нам абсолютно с вами достаточно. Пока наши все ребята там душ принимают и прочее делают, я предлагаю посадить здесь какое-нибудь дерево. Что это у нас такое? Стричок зеленого гороха. Давай посадим. Давай посадим. Раз, два, три. Но почему вы все без настроения? И давайте клубничку. Потому что если у нас кто-то еще из детишек вдруг родится, ну мало ли, всякое может быть. Но почему ты не хочешь купить семена? Нет. Хорошо, ладно, давай иди просто высаживай. Значит, что я хотела сделать? Я хотела что-то вкусненькое приготовить, а так как Тайлер у нас неплохо готовит, давай-ка мы его отправим что-то приготовить. Хоть он у нас уже там наготовил э, сосиски с фасолью, бутерброд с овощами, что у нас может быть? Сосиски с болгар... Давайте сосиски с болгарским перцем. Это у нас будет такое вот нового... новогоднее блюдо. Ну, оно ну, странное, конечно. Почему наша дочь разбросала яблоки? Она... Это же ее яблочки, да? Нет. Раз это не ее яблоки, то будут ее. Так, забирай. Ребят, у нас тут кто-то что-то поразбрасывал. Это же яблоко? Да, яблоко хорошего качества. Мелани. Мелани очень голодная. И, кстати, я бы хотела попросить тебя, что ты делаешь? Есть сосиски с фасолью. Я бы тебе не рисковала, не рекомендовала это делать. Не рисковала. А, в общем, я тут поставила еще один стульчик. То есть у нас барные стульчики теперь все стоят. Я один снесла сверху. Великолепно. Все стулья у нас просто чудесные. Кто звонит? Дэн звонит, да? Да, хочет выбраться со мной на природу. Блин, мне кажется, наших персонажей уже тошнит от природы. Так, пригласим за стол. Но перед тем, как мы с вами пригласим за стол, я хочу здесь немножечко поубирать. Хотя ладно, давайте. Давайте садиться. Чуваки, топаем сюда, у нас как бы новый год. Почему надо голеком выходить всегда? Ты какая-то вот вот ты странная какая-то. Изучать нет, тебе не надо изучать. Я хочу, чтобы ты переоделась, смени, пожалуйста, одежду вот сюда и бери, пожалуйста, порцию. Вот, все, пошли кушать, пошли покушаем. У нас новый год. Хотелось бы, чтобы все сели. Сейчас перек только я хотела сказать перекусили, она легла спать. Садись, пожалуйста. Всех мы, наверное, сейчас будем отправлять в сами, потому что никто не прибегает. Никто ничего не слышит. Возьми, пожалуйста, порцию. Это же сосиски с болгарским перцем. Это же так вкусно. Так. Кто воняет? Кто у нас тут вонючка? Даже наша дочь пришла, посмотрите. Даже дочка Беллы решила прийти попробовать эти вкусняшки. Ну, понятное дело, что половина пришла голая. Что-то Стефан вообще у нас как-то по-летнему. Знаете, он, наверное, понимает, что вот-вот будет весна, и поэтому надо уже подбирать себе весенний какой-то наряд, смотрите, как это миленько. Э, наш сын, правда, туда решил уйти. Ну, смотрите, они наконец-то собрались. Может быть, мы скажем что-нибудь хорошее? Давай, Алиша, скажи. Так, Дэн, не названивай мне, пожалуйста. Я бы хотела жаловаться. Давай поговорим про облачную погоду. А ты была, наверное, ну, не знаю. Обсуждай вкус еды. Я думаю, что это будет отличный вариант для обсуждения за столом. А ты своей сестре, например? Зациклиться на любимой соцсети Мне кажется, эти дети даже не знают Сказала Даша, они не знают, что такое соцсети А тут наш сын достал телефон И начинал, начал делать фотографии Смотрите, он подсел М -м -м, А что это такое? Стоять! Что ты пьешь? Ребята, а что он пьет-то? Мы даже не знаем, что... Где он это взял? Убрать и помыть? По-моему, Белла же ничего не готовила Да у нас никто ничего не готовил я предлагаю пойти, что-то приготовить для всех. А, работать в баре. Давай-ка ты пойди поработай. А, мы с вами посиделись. Посмотрите, как тут уютненько. Мне это так нравится. Даже, подождите, даже Дэн приехал. Ну, приехал. Пришел, приполз, прилетел. Подождите, это Дэн? Дэн Мейсон? Разве он так у нас выглядел в костюме каком-то? Может, ему реально просто холодно, поэтому он решил в таком костюме посидеть. А, родная моя. Оу. Правда, у нас настроение у всех отвратительное Чудненько Как это все красиво Ты хочешь в туалет? Божечки-кошечки, вы посмотрите Тайлеру впервые в жизни за... захотелось в туалет то есть у него впервые в жизни было плохое настроение Так, давай-ка ты спускайся, моя дорогая И я хочу, чтобы ты приготовила какие-нибудь вкусные напитки для всех мы бы с вами подняли бокал за этот новый год, между прочим, друзья мои, я вас поздравляю. У нас весна, и у нас сегодня церемония Starlight. Ну, церемония Starlight нас вообще не интересует, потому что мы с вами туда не попадем. Но, может быть, кто-то из наших ребят знает, что сегодня церемония Starlight, и они, наверное, очень сильно расстроились. Так, родная, что ты можешь сделать? Учиться сделать напиток? Мы можем для всех, например, заказать, или же учиться делать это заказать напиток, а для всех мы не можем, да? Для Стефана... А, со Стефаном у нас уже не самые лучшие отношения. Подруга, я бы хотела, чтобы ты сделала что-нибудь нам вкусненькое. Помню, что у нас был когда-то вариант заказать напиток для всех, по-моему. Заказать напиток. Ну, хорошо, давай закажем. Кровавую маню себе закажи. Ты тогда себе тоже закажи. Заказать напиток какой? Вот этот закажи себе. Ты, я надеюсь, что-нибудь более... А давай любимый. Давайте наши дети пусть закажут любимый напиток. Я не знаю, что у них может быть любимое. Что они могут любить? Заказать, заказать. Готово. Ты у нас заказываешь ты. Ты у нас тут просто работаешь и что-то топчешь. И вы все, наверное, отправляетесь заказывать. Заказать напиток. Любимый, давай закажи. Ну, почему Тайлер такой ленивка? Че ты такой ленивец? Настоящая ленивка, знаете, такая вот его, мистер ленивка. Сливка ленивка получается у нас такая. Может быть, мы, правда, его лишь делали? Да нет, он у нас романтик, книжный червь. Все, смотрите, мы все сидим с вами, наша Белла тут всех об... Ты что психуешь? Ты обиделся, что ты не первый в очереди? О, смотрите, как это миленько. Смотрите, ты своей маме место уступил? Ну нифига себе, молодец. Вот такой у нас, ребята, Новый год, так вот тут у нас проходит на острове. У нас тут даже какая-то лягушка сидит. Ты вообще живая еще? Ты шевелишься? Ребят, лягушка не шевелится, по-моему, она уже того. А, нет, ой, глаз шевельнулся. Смотрите, все сидят, что-то выпивают, кровавую маню. Другие напитки, да, друзья мои? Новый год, Новый год у нас на острове. Дорогая моя, ну, может, ты себе сделай напиток? Эм, сделал напиток, любимый напиток. О, отмечаем, празднуем Новый год. Ей очень надо в туалет. Я так понимаю, что у нас все хотят в туалет. А, Давай-ка мы узнать лучше. Я не хочу. Я бы хотела, чтобы мы попели с вами немножко. Давай-ка Тайлер у нас пусть споет. Хотя я знаю, что петь он у нас не очень сильно любит и умеет упражняться в пении. А давайте устроим тут какофонию из голосов. Упражняться в пении. Пусть у нас все зах... начнут петь. Они вдруг все синхронно захотели спеть а, упражняться в пении. Так, ты у нас тоже спой. Ты не хочешь петь, понятное дело. Ты петь тоже ты -то не особо хочешь, но мы тебя заставим и тебя заставим. А ты тоже петь не хочешь. Смотрите, они уже поют. Как-то не очень у них получается. Ребят, я слышу какой-то, знаете, как, как, как собачка, как будто бы. Это было очень забавно. Чего ты такая грустная? Но если ты так хочешь спать, сделай ложись. Я тебя прошу. Но, ребята, у нас... А, они еще и в одинаковых... А что это они? Вы еще в одинаковых... Нет, не в одинаковых трусах, я уже перепугалась. Может быть, они там, не знаю, какой-то магазин еще с собой везли на там самом... На палубе, поэтому у них и рубашки одинаковые. Да, друзья мои, у нас начинается весна, и я думаю, что в следующей серии мы, наверное, переоденем наших с вами персонажей. Все-таки хотелось бы, я понимаю, что первые дни у нас будут все-таки холодные, но хочется их увидеть, конечно, уже не в зимних костюмах, а каких-то более весенних. Может быть, мы даже зимние костюмы им поменяем, то есть они будут в чем-то таком более легеньком ходить. Но я очень надеюсь, что у нас очень скоро растает снег. Ну что, друзья мои, будем с вами делать перерывчик. У нас сегодня был Новый год, и, как вы видите, кто-то у нас грустный, кто-то у нас кто -то танцует, кто-то веселый, кто-то что-то вкусное песни тайлер танцует. Я надеюсь, вам понравилась эта серия. Если вы хотите узнать, что будет дальше, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Хорошего вам настроения. Пока-пока!